Ребят, ну вот, на НГ плюс победил Маленью, Ракшасы и Катаны Ракшасы. Вот, полностью. Что у меня стояло, что я использовал. Использовал я бодрящий аромат, аромат скипания крови. Вот все, что у меня стояло. Вот мои статы были. Короче, как-то так. Что я могу сказать? Могу сказать то, что Радан в Elden Ring самый сложный босс теперь после Малени идет. То есть Малени была раньше на первом месте до DLC, а теперь это Радан на первом месте. Это самый сложный босс, потому что я на нем сидел 18 часов. Ну, я имею в виду с эти ракшасы и с катанами ракшасы. Ну, пока что я не стал ни к Маликету идти, ни к другим боссам. Думаю, пойду сразу к самому сложному боссу в НГ+. К Малении, думаю, насколько я буду сидеть. Это третий трай, вот. С третьего трая я победил. Ну, сами все увидите на видео. Так что теперь могу смело сказать, что Ракшасы и Малени проходятся на изи. Вот то, что у меня было, то, что я использовал, то, что стояло. Прям первые фазы изи, блядь, кработок сработает. И еще совет, ребят. Если будете использовать Ракшасу, катану, да, качайте колдовство 99 еще. Как можно больше, чтобы быстрее прокол этот. На этой катане, чтобы быстрее прокол этот. Как его, кровоток. Ну, он прокает, но не слишком быстро, потому что, наверное, колдовства мало. Ну вот, как-то так. Блин, третий трай. Самый сильный босс в основной игре Elden Ring. И третьего трая я победил его. Ну, это, блядь, вообще изично. Изично. Не знаю, вообще прям ни о чем. Маление для Ракшаса вообще ни о чем. Берите вот как я, то что вот, это НГ+. Прям приходите смело, вот как все, что у меня есть. Делайте навык. Навык очень хорошо на ней работает. Кстати, навык Ракшасы. Козьба. Вот здесь он работает просто идеально, блядь. Ну, я еще взял это. Сейчас, где я посмотреть могу. Ну, где мне? Нет, не могу. Ну, в общем, я смешал слезы. Смешал слезы. Я не знаю, может, вот здесь могу посмотреть. Вот. Треснувшая кровосущая слеза смешал это на вторую фазу. И это серия атак. И прям использовал это. И прям дамаг катастрофически. Ну, сами все увидите. Ну, блять, сказать больше ничего. На Малению советую Ракшасу и ее навык. Дальше попробую других боссов. Я думал, на Малении посижу очень долго. 960 тысяч, кстати, мне дали. Почти миллион. Кстати, на НГ+ попросить за тавтологию 1 000 000 дали за Радана. Здесь за Малению дают 960. На НГ+. Это НГ+, ребята, НГ+. Ну, как-то так советую на Малению Ракшасу, блядь. Все, ну и навык ее козьба. Прям не пожалеете. Ну, все, сами все увидите сейчас. Ладно, всем пока, будьте здоровы. Берегите себя, самое главное, свое здоровье, свои близкие. Если нравится видео, стримы на моем канале, будьте добры, подписывайтесь. Подписывайтесь на основной канал YouTube. Подписывайтесь на ВК-видео. Подписывайтесь на ВК-плей. Подписывайтесь на платформу. Ну, пока она еще сырая, но все равно подписывайтесь. Подписывайтесь на Рутуб. Подписывайтесь на... Дальше будет... Что будет, то и подписывайтесь. Все подписки под этим, под баннером. Ну, знаете, где подписки на Ютубе. В общем, где что там есть подписки, туда и подписывайтесь. Премного благодарен всем. Пока.